Всем привет! Сегодня 5 февраля. Сегодня мы опять в теплице. Хочу вам показать, как здесь все выглядит в середине зимы. Вот и мандарины, и лимоны, и апельсины. Все есть, все плодоносит. Вот кинкан, смотрите, кумкват какой красивый. Обильно очень плодоносит. Хотя растение стоит, вот видите, литров 6, наверное, 7. Я думаю, не больше, наверное, 6 литров вазон. И вот такой вот красивый кинкан. Вот. Но у нас черенки будут только в конце мая. Мы будем прививать, вот делать таким вот образом, прививать на корень лимона черенки. Привой делать, и в конце мая они будут уже готовы. Вот еще. Вот лимон F1 сейчас покажу. Вот он такой красивый лимончик. Немножко другой сорт. Есть киевский крупноплодный, это вот эти вот лимоны, что мы видим. А то я вам показывал F1. Вот они тут сейчас очень хорошо плодоносят. Вот. Дальше есть апельсины. До сих пор они есть. Их еще не съели. Вот они. Такие вот красавцы висят. Это апельсины. Можно наблюдать. Вот оливковое дерево, вот как разрослось. Вон, видите, аж куда пошло, вот оно. Вот, это оливки. Вот видите, какое оно красивое. Хорошо цветет, так что вы дома можете себе поставить и наслаждаться оливками. И вот они выпускают еще тут что-то. Я не думаю, что это цветы, я думаю, что это просто веточки, разветвление идет. Поэтому это деревце станет еще более такое ветвистое. Ну что, пойдем дальше. Начинает просыпаться инжир. Выпускать вот веточки, листочки. Вот, вот с улицы занесли, и вот он начал, видите, вот так вот выпускать веточки. Потому что здесь тепло. Ну, в принципе, в квартире он не всегда даже сбрасывает листья, если вы выращиваете инжир в квартире. А на улице он сбрасывает листья. Вот сегодня я заберу несколько штук в город. Люди хотят купить, приобрести. Так что можете мне звонить. Инжир у меня есть. Так, мы сейчас во второй половине теплички. Вот ананасики стоят. Вот они, красавцы. Ну, их немного. На Короленковской у меня еще есть. Вот кофе немножко есть. Сейчас я вам кофе покажу с плодами, который стоит. Так, вот тут бананы. Сейчас хочу показать бананчик. Вот он. Видите, он там немножечко не выдержал. И здесь вот, видите, сломался. Вот, но банча, вот она созревает. Бананчики созревают. Вот они, это тоже портится, правда. Можно выбросить так. Ну, оно есть. Так, и хотел показать вам папайи. Вот они, папайи. Вот новый урожай, так можно сказать. Папайи. Вот здесь постоянно снимаю фото, видео. Они тут желтые такие красивые плоды. Вот, а вот здесь вот он цветет. Не знаю, видно, кстати, вот видно. Вот папаечка цветет, такая красивая. Вот, вот кофе сегодня хочу забрать его на Короленковскую, отвезти туда. Вот, созревает плод. Вот плоды еще есть тут. И тут вот есть еще один кофе. Где плодов больше, вот он стоит такой красивый, смотрите. И красные ягодки есть, вот еще зеленые. Вот под листочками здесь вот он цветет, так хорошо созревает. Вот ананасики еще есть. Так что жду ваших звонков, звоните.
Приезжайте на экскурсию, покупайте растения.